мая 2018 года сотовые компании перестанут брать деньги за роуминг внутри страны. На это рассчитывает Федеральная антимонопольная служба, которая считает, что нет никаких оснований ни технологических, ни экономических для взимания дополнительной платы за звонки из сети одного оператора в сеть другого и из одного региона в другой. Из операторов «большой четверки» никто пока полностью роуминг не отменил. Одна компания пересмотрела большую часть своих тарифов, другая заняла выжидательную позицию. Еще два игрока со скрипом начали отмену роуминга под угрозой возможных мер со стороны ФАС. Операторы к маю не только пересмотрят тарифы, но и скорректируют свою систему биллинга, расчетов за пропуск тарифа при оказании абонентам услуг связи, отметил замглавы Федеральной антимонопольной службы. Процесс отказа от роуминга служба будет мониторить постоянно. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 45 копеек, евро 68 рублей 23 копейки.